Всех приветствую. Сегодня у нас белый ASX на обзоре. В этом белом ASX уже установлена аудиосистема, уже проведен провод марки КГ-25 из-под капота в салон. Он вот так вот где-то там идет. Ну вот я не знаю, ну, не 25, а от силы, наверное, 12 или 10. Ну какой он 20-ка, Дима? Тут, я не знаю, тут 5 жил. Ну, это значит, и ушный, а не ГОСТовский. Так, давайте начнем с того, что в передних дверях уже установлены твиттеры. В уголках зеркал уже установлены кроссоверы. Здесь все правильно и грамотно на термоусадке. Установлены мидбасы в доработанное штатное место. То есть здесь вот так вот аккуратненько они все прикручены, несмотря на то, что вот это вот так вот все снимается. Установщики заморочились, прям припаяли это все. Сейчас фокусируется у меня. Видите? Все пакли-макли, все по фэншую. А здесь идут провода, я не знаю, это я так понимаю. Рем, не рем, управляющий, не управляющий. В задних дверях аналогично. Также все. Почерк такой же. В правой нише стелс, как владелец сказал, он немножко подхрюкивает, потому что длина порта здесь, ну вот, со спичный коробок. Моноблок MTX установлен вот здесь. Мы, вероятнее всего, оставим его тоже здесь. Ну и в передних дверях вот симметрично установлены твиттеры. Так, нашей задачей является доработать систему, поставить сюда процессорный усилитель Музвэ М6, поканальное усиление фронт твиттера тыл. И оставим вот этот моноблок, поменяем сабвуфер. Вроде все типовое, но забегая вперед, хочу сказать, что очень часто от вас поступают сообщения, да, что у вас все есть, динамики стоят, провода выведены. Вам нужно лишь чуть-чуть добавить, вырвать волосы с бороды и заставить вашу систему мурлыкать очень деликатно и с большой вероятностью очень-очень качественно. Но вот при таком монтаже, при таком сопливом креплении HERS2 получится. Прям вообще вот, ну, не получится и все. Даже если батюшку пригласить. Вот идет КГшка по порогу. Ну она тут идет и идет, это бог с ней. Ребят, владелец шумоизоляцию сделал. Наши компоненты вот уже лежат здесь. Под водительское сиденье будет установлен процессорный усилитель, дистрибьютор, поканальное усиление акустики Орис серии Element, это Type 2. Компонентная, ой, коаксиальная акустика назад, FT12 и на болты динамики. Вроде все понятно, эту конфигурацию будем ставить на Ладу Приору. Ребята, а вам заходит видео, да, когда мы коммутируем сабвуферы, рассказываем вам про это? Вот тысячу раз показывали, тысячу раз рассказывали, параллельно-последовательное, либо параллельные соединения обмоток, и вам очень нравится, да, все-таки никто не хочет читать инструкцию, легче посмотреть видео. У нас в процессе сборки короб под 4 8-дюймовых малыша Феникс бас-машин от Zeli Audio, это мы все собираем в Starex. А я вам снял как-то видео на основном канале, и судя по всему, вам интересно, да, как мы собираем демо-кар. У нас, наверное, даже к счастью, да, что Шоля Круз приехал не в 9, а приедет в 2. Мы сегодня усиленными темпами, пойдем покажем. Усиленными темпами, у нас уже салон собирается. Дим, нам все-таки влажные салфетки сюда надо маленькие купить. Где-то в инсте или где-то, я не помню, увидел вот эту обезьянку. Я говорю, давай закажем. Он говорит, ну это на Алишке. Я говорю, ну закажи, ну прикольно, да? Это читается. Так, господа, у нас в процессе установки два процессора. Два. Парни вот сейчас коммутируют. Раз, два, три, четыре, пять, шесть усилков. И шесть усилков с другой стороны. Кому интересно, подписывайтесь на наш инстаграм. Мы там периодически выкладываем истории, как это все делается. Сколько нулей мы обжимаем за 10 минут. Сколько наконечников, это тоже все есть. Ну и давайте перейдем плавно к герою нашего обзора, Mitsubishi ASX.
Ребят, забегая вперед, скажу, что вот собрали систему, играет как из жопы. Такое бывает, а что делать? Вот штатный магнитола, вот этот, это даже не магнитола, а балалайка, наверное, да? Куда тут год? Ну, наверное, я не знаю, как, с чем ее сравнить. В общем, я бы набрал владельцу и говорю, давайте с нашего позволения, с вашего позволения, мы поставим вот такой Bluetooth-модуль, Музвэ BTS, и вы не представляете, это прям вот земля и небо, так вам скажу, даже хрен с трамвайной ручкой в сравнении не идет, прям вот совсем другая песня. Когда мы слушаем через Bluetooth, это напрямую сигнал летит через смартфон в процессор, и когда играет через штатную магнитолу. А спору нет, если штатная магнитола современного автомобиля, там, к примеру, там, младше 5 лет, они играют вот по-другому. Но вот в данном случае играло просто. Просто, плоско и вообще никак не играло. Как и задница, это мягко сказать. Так, давайте заострим ваше внимание на конфигурации. Система Push-Pull, да? Один сабвуфер в закрытом коробе, это Oris FT12. Недорогой сабвуфер, вот цена 6000 рублей, он в коробе закрытого типа. Короб наш фирменный автостиль. Ну а вот этот фирменный короб владелец сказал, я сниму сам. Моноблок, про который мы думали, это на самом деле не моноблок, а двухканальник MTX. Мы его немножко доработали, там сзади фальшпанель закрепили, чтобы он не болтался. Он у нас остался в системе, от него у нас работает сабвуфер. Процессорный усилитель у нас под сиденьем, я вам покажу, как он работает. Bluetooth модуль под сиденьем, дистрибьютор под сиденьем. Ну и по дверям мы поставили акустику. Бюджет системы. Давай примерно, это где-то в районе 90 тысяч рублей, да? Поменьше даже, наверное, 85, так. Это без вот этого усилка. Ну, а да, если эквивалентно взять моноблок или двухканальник мощный, да. Система, ребят, 90 тысяч рублей. Шумоизоляция у владельца была. А в эту стоимость входит у нас проводка, процессорный усилитель и все, чтобы играло. Ну, чтобы еще играло, это нужно установить. В нашем случае это у нас там чуть-чуть дешевле 30 тысяч рублей, да, получается? Монтаж под сиденье, демонтаж старой проводки. Давай ее покажем тоже. Где? А вот там кегешка. Угу. Вот здесь лежит проводка, которая была установлена. Вот здесь же лежат мидбасовые динамики пионер-шмионер. Вот здесь. Цешки дорогие, хорошие. Вот такие вот акустические провода шли на SAP. Вот видишь, они в термоусадке, гильзы, все по-взрослому. Линейный преобразователь Аура и КГшка. Ну все, то есть как бы колбу все сняли, поставили, все новое. Ну это уже будет с гарантией, потому что владельцем обсуждали, ну, вроде у меня что-то есть, что-то нет. Вот опять-таки отвечая на ваши вопросы, да, что у вас все стоит, но нихера не играет. Вот вам секрет. Оно не заиграет, поверьте. Волосы с бороды вырвать не поможет. Под капотом я вам покажу во время прослушки. Bluetooth модуль покажу во время прослушки. Инсталл тоже. Переходим к прослушке, наверное, да? Двигайтесь с музыкой. Всем пока. Ребят, вот так играет штатная аудиосистема. Так вот играет компакт-диск. А если есть компакт-диск, у владельца есть и рэп, и Eminem, все-все. Но нас это мало уже интересует. Погнали. Громкий сейчас вообще не работает, у нас работает. Спасибо кому-то из вас вот за этот трек, он вообще ласкает уши, он просто лайтовый, кайфовый, специально для прослушки, специально для вас, будь добро. С помощью меню мы настраиваем процессорный усилитель, сейчас убавлю. Настраиваем меню для звука. Я сделал от 3200 вторым порядком твиттера Type 2, от 65 вторым порядком до 3204 работают у нас мидбасы, ну и от 85 вторым работает акустика на тыл. Давайте добавим копоти, послушаем. Вообще выключить можно. А, вру.
Сорян. Сейчас запоет. Ее можно убавить. Сейчас сюда вот встанет крышечка. Вот у нас модуль, не дай его оставить, закрепить. И вот так вот все красиво установлено. Стоял у нас предохранитель, сейчас у нас расположен вот здесь. В нем мини-АНЛ на 80 ампер, и он защищает у нас всю силовую цепь. Сейчас покажу еще в багажнике, как у нас все расположено. Ну, кайфово играет. Песня только закончилась, жалко. Вот это поиграет. А я что, тыл выключил, что ли? Ребят, это он прям играет по лайту, по лайту. Здесь он прям на минимуме усилок стоит. И на сзади вот так все это смотрится. Мы сейчас все это дело соберем, и все будет четко. Вот я отключаю все каналы, да? Ну, почему у нас это не поет? Сейчас разберемся. Ну, вот вылезла вот такая болячка. Сейчас поправим и найдем причину. Спасибо, что вы с нами, двигайтесь. Музыка вот такая вот интересная. У нас связочка была не менее интересная, чем вот эта. Вот. И прощаюсь с вами ненадолго. Вернее, до завтра. Двигайтесь музыкой. Всем пока.